Начнем с того, что я вообще-то основной тренер школы Олимпийского резерва, ответственный за младших детишек и юношей. И здесь мы работаем с детскими юношескими клубами. Школа Олимпийского резерва и детские юношеские клубы работаем по договору. То есть между нами уже дружба десятилетняя. Вот. Задача общая и школы Олимпийского резерва и Дюкова – это какая? Работать по местам жительства. Потому что у нас очень хорошая база спортивная на Большой Морской, 11. Вот. Но, к сожалению, не все дети, ну, все-таки 5-й микрорайон – это далековато от центра города. Ну, уже постарше ребята ходят, конечно, с удовольствием на Большую Морскую. А все малышата после школы здесь приходят вот в клуб «Молодость» на Косарева 2. Ну и здесь тренируются. Конечно, и тренеру легче, мне легче. Я всегда их вижу и на улице, и контролирую их поведение. И в школу прихожу, смотрю, как они учатся, как... Ну, в общем, их поведение. Они у меня всегда, как говорится, на ладошке, на блюдечке. Они меня видят, и я их вижу. Подготовили, так, выходцы здесь, вот Брыкин Олег, ну, уже говорили, он выполнил норматив мастера спорта, Педро Сайза Бенедикта финалистом стал, это турнир класса. Потом у нас сейчас сборная города Беликов Антон готовится к чемпионату России, который будет в Севастополе. И мы берем всех. Ну, я лично я разделил здесь. У меня в группе подготовишек есть. У нас, конечно, с 10 лет идет. Это идеально записываться на бокс с 10 лет. Но мы берем с 8 лет, если акселераты, дети с 7, берем даже с 7 лет. Вот, и делаем специальную физподготовку, направленную на бокс, и общефизическую подготовку. То есть у них до 10 лет они не участвуют в соревнованиях, а задача чисто их физически развить. Может, кому-то не хватает в школе физической подготовки, или там много бегают по улице. Вот, лучше уже под присмотром тренера здесь свою энергию, ну и заодно подкачаться, ну и там навыки какие-то бокса получить. И потом уже мы уже в дальнейшем уже смотрим, как что там более или менее где-то получается, выходцы. Там уже более серьезно начинаем работать, уже боксом начинаем заниматься.